да, делайте, и я еще раз напомню, обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, доктор Голосов скажет, пожалуйста, ваше упражнение, мы сразу скажете, разминаем кисти, разминаем локти, разминаем плечи, вращение, смотрите еще раз, раз, два, три, четыре, не напомню, уну, дой, три, пад, вперед, уну, дой, три, пад, четыре вперед, четыре назад, то есть по четыре сюда, повороты, раз, наклоны, вращение туловища, наклоны, вперед, мельница, разминаем колени, это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда поднимите, пожалуйста. Вот так и вот так. Вот. И делать красиво, особенно девочки. Пока в стоечке. Еще 2 минуты в стоечке. Так. Так, сегодня я купил, надо будет попробовать. Вот. Если нет, то и здесь, наверное, надо еще это, скотч и внизу сделать, когда он тяжелее будет. Поехали.
особенно перечислены. Так. Хорошо. Стоп. Матея. Матея. Девочки, кто выйдет, кто побежит, будет 30 раз приседать. Берем скакалки. И вот смотрите, здесь и здесь. Здесь и здесь. Здесь и там. Приготовили. Здесь и здесь. Вот. Давайте так, я вам скажу. Шастина, посмотри, будь скакалочку и туда. Кто здесь был? Фигуря сюда, пожалуйста. А кто здесь еще? Итак, да, 3 метра. 3 метра. Стоп. Вот смотрите, я сегодня брал, стоп. Я был на базаре. Купил вот такой вот, плюс 22 лет. Вот посмотришь, хорошая, ботильная или короткая. Вот, пожалуйста, вот там можно. Здесь он там снимает, поэтому если можно, сюда куда-то. Или вот тут вот. Так, пошли, 30 раз. Пошли. Пальчики, громкие. Снимаю. Ну, если будет там...
спиной, просто не видно, кто же это сделал так хорошо? Кто же это сделал? Как живе? Честь везде человек? Как живе? Что с телом уходит? Скакалку оставляем, скакалку оставляем. Хорошо. Боец. Прошу. Боец, до узде человек. Боец. Куда? Куда? Готовы? Отжимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что тут делать? Девять, десять. Так, пацаны. Сейчас нет, вы мне даете скакалку. Все скакалки нет. Нет, не так. Вот смотрите, чтобы середина была, середина. Чтобы я все скакалки вот так вот повесил. И садитесь сюда. Смотрите, там еще скакалки есть. Все, я вот такое. Середина сейчас была. Что вам нет? Так. Значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. Вика, Гуля, еще раз, дай боец, то же самое, самое главное, это кувырок, люди, это страховка, значит, стоите, делаете шаг, руки ставите в такое же расстояние, голову убираете, кувырок и страховка. Не страховка, а группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед, обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще. Посмотрите, шаг, оп, два шага, раз, два, и уходишь туда. Понятно? Да? Так. Сейчас я. Да. Правильно. Я думаю, два мы поставим. Знаешь, что? Нет. Вот эти презентации. И вот сюда я еще. Вот эти, нет, эти не надо, вот эти просто переставить. Сейчас я вот это уберу. Еще раз, становимся здесь, делаем, я стою, я говорю, первый номер, не разбегается, подошел, делает раз, два, кувырок и заходит. Нет, все делает в кимоно. А я в кимоно, мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять. Дам туда, к ним Артем. И вас как зовут? Григорий, туда, пожалуйста. Минука, стоишь. Мы вдвоем здесь. Все. Гриша, Григорий. Да, здесь. Андрей, сюда. Мы вдвоем сюда. За нее. Так, дальше. Руслана. Два шага. Три шага и на горе.
девочки, еще. Руслана сюда, Вика сюда первая. Раз, два, сюда. Вы посадите. Так, сколько здесь человек? Три. Четыре. Я сказал, ты впереди, Руслана. Назад. Все ушли назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда одеваем, закрываем рот. Так, закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда или тут останется? Что они опять спрашивают? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз, два, первый номер, первый номер. Первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Маня. Оп! Кувырок. Ушли и встали назад. То, вторые номера готовы? Да. Отсюда. То, ушли. Третьи номера. Отсюда. Группировочка. Группировочка колени. Следующее. Стоп. Одну секундочку. Встать сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно. Как сейчас работает? Артем делает кувырок. Да, а Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Да. Отсюда. Шестина.